Наш корпус посвящен чудесному времени года – осени. Участники конкурса прочтут стихи русских поэтов, которые очень любили нашу родину Россию и ее чарующую природу. Мы также побываем с вами в историческом прошлом нашей России. Ведь нынешний год, 2022, объявлен годом культурного наследия народов России и 210-летия знаменитой Бородинской битвы. Много-много лет назад, в эти осенние дни, у деревни Бородино русская армия победила врагов, которые напали на нашу Россию. И этому славному событию мы также посвятим наш литературный праздник. В нашем конкурсе принимают участие дети всех детских садов нашего города. Алексинская средняя школа. Выбирать самых лучших чтецов будет строгая, но справедливая жюри. Кузина Любовь Леонидовна. Шулина Татьяна Викторовна. Карманова Оксана Петровна. А открывает наш литературный музыкальный праздник танец Машаретов. Сама уничтожу все это, ветром сдует,
чай через год. Бондарева Кира, детский сад «Березка», подготовительная в школе группа.
Благодарим наших милых парочек, которые красивые тали. В саду большие лужи, последние листочки. Холодный ветер кружит, но листочки желтые, но листочки красные. Соберем корзинку, мы листочки разные. Будет в комнате красиво, скажем мама нам спасибо. Лежат под ногами. В городе вновь поселились дожди. Теплое лето прощается с нами. В небе призывно кричат муравьи. Снег словно порванных в пищу в кусочки. Скоро с небес полетит на асфальт. Не замерзаем мы, хочешь, не хочешь. Станем из шкафа шарфы доставать. Ну а пока еще мокрые ноги. Зонтики куплен над головой. Мы эти обычные люди, не боги, и не умеем парить над землей. Осень скоро держать оборону, вновь приближаются к нам холода. Все как всегда, не обманешь природу, праздновать будет победу зима. Сейчас мы услышим еще одно стихотворение о листочках. Оно так и называется «Дружочек листочек». Автор Ирина Расулова. Прочтет нам его Соколов Лев, детский сад «Березка». Здравствуй, листик желто-красный, сядь мне на ладошку, день сегодня... Вместе мы найдем грибочки. Подскажи, листочек, на какой голодной почке спрятались дружочки? Целый день ходили вместе с листиком прямо, где-то тихо, где-то с песней, влево шли и прямо. Вот иду с пустым лукошком, только листик на ладошке. Почти 10 лет назад под Москвой сразились войска французов и русских. Это великая история, и ее должен знать каждый. Михаил Юрьевич Лермонтов написал об этом стихотворение «Бородино». В этом произведении показана сила духа нашей Руси. Наш народ сплочен, а значит, он непобедим. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, сплоченная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. И к нам на праздник пришли настоящие гусары. Субтитры сделал DimaTorzok.
Для выступления приглашаем Петрову Маргариту, подготовительная группа «Светлячки», детский сад «Елочка», стихотворение «Ласточки пропали», автор Афанасий Фет. Афанасий Фет читает Маргарита Петрова «Ласточки пропали». Ласточки пропали, а вчера зарыли, все гочи летали, да как сеть мелькали, вон на той горой. Вечером все спится, на дворе темно, лист сухой болится, ночью ветер злится, да стучит в окно. Лучше снег да вьюгу сели грудью рад, словно как испугалось, мчавши к югу журавли летят. Выйдешь по неволе тяжело, хоть плачь, видишь через поле перекати поле, прыгает как мяч. Сосны и деньги всю зиму торчат, снега и метели запутавшись так. И в тощие день, как видно, ежа, хоть век не желтеет, хоть век не съезжат. Мы ж плюхкое в деньги цветем и блестим, и гладкое в деньги на стуче в гостим. Все классное лето, мы были в классе, и была что же нам дало висеть и жутеть? Неужели за ними и нам лететь? О, бурные ветры, скорее нас сомните с домашних дверей. Соврите, учите, мы ждать не хотим. Летите, мы с вами летим. Очень легче каждый год кладет золото на вход. Поглядите на осину, вся одета в золото, а сама лепечет береза рада желтому наряду. Ну и платье, что заплелись, быстро листья разлетелись. Наступил мороз внезапно, и в роскоши пизяну. Прохудила сила дуба, позолоченная шуба. Спохватился дуб, да поздно, и шумит он мерзну. Обмануло золото, не спасло от холода. Кружат листья над дорожкой, лес прозрачный багрян. Хорошо бродить с кошком вдоль опушек и полян. Мы идем под ногами, слышим шорох золотой. Пахнет зорными грибами, пахнет свежестью лесной. Из-за дымку и тумана вдалеке блестит река. Расстелила на поляну очень желтые шелка. Через хвою луч веселый в чащу ельника проник. Хорошо влажный шелк снять упругий боровик. На буграх красавцы тронут, а он вспыхнули огнем. Сколько рыжиков опенок за день в роще наберем. По лесам гуляет очень краше, это нет поры. И в лукошках мы уносим леса щедрые дары. А сейчас мы услышим стихотворение Татьяны Гусаровой «Осень, жилья». А прочтет нам его Александрова Юля, группа «Речицвети», детский сад «Елочка». Чтоб крошкой земля без хлопот зимовала, и осень Москву дошьет одеял, листок аккуратно к листку пришивает, сосновой иголкой стежок подгоняет, листочки на лыбежу вот пригодится, вот рядом с багровым лиловый ложится, хоть очень покушаешь свиреза золотистый. Своей бурой и даже листья скрепляет их ветви, что дети паутины прекрасней, чем это не сыщешь картины. Продолжаем наш конкурс. Для выступления приглашаем Василиса Белова, Аполлон Майков, осень, Алексеевская средняя школа. Осенние листья по ветру кружат, осенние листья в тревоге вопят.
чистыми излиянием сила домов весны. Какие чудесные стихи прочитали, ребята. Спасибо вам большое. В этих строках русские поэты передали нам свою любовь к прекрасной нашей родине, нашей красивой природе. А сейчас мы услышим осеннюю песенку, которую нам споют девочки из группы «Василек», детский сад «Вишенка». Да.
сражали. Дубы огромные всегда, как будто меньше стали. Yeah.
сегодня нас просто очаровали. И конкурс называется, да? Очарование. Вы нас сегодня просто очаровали. Все молодцы, давайте друг другу поаплодируем. Вот так было интересно. Итоги Татьяна Викторовна озвучит. Да, нам было очень сложно выбрать, но тем не менее выбор сделать было нужно. Поэтому сейчас барабанная дробь. Интрига нашего вечера. Я объявляю победителей конкурса «Очарование». В номинации «Стихи поэтов-классиков» победили Чигаева Полина. Я приглашаю сюда Полину. Где Полина? Яковлев Николай. Аплодисменты. И Романов Глеб. Хорошо. Да. Мы подборные аплодисменты вручаем. Об осени детки современных поэтов победили Маслова Ксения, Бондарева Кира и Александрова Юля. Вот они наши победители. Ребята, аплодисменты, молодцы. Хочу поблагодарить за заряд бодрости и позитива на весь день. Спасибо вам большое и успехов в дальнейшем.